Yashodanandana braja janaranjana Yashodanandana braja janaranjana Yashodanandana braja janaranjana Yashodanandana braja janaranjana Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Yamunatira vanachari Jayaradha madhava kunja bihari Jayaradha madhava kunja bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudirayet Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Bhaktir Bhavati Naishtiki We are reading Srimad Bhagavatam this morning from 1st Canto, Chapter 1, Text Number 22. Итак, мы сегодня читаем Шримад Бхагаватам, песня первая, глава первая, текст 22. Твам на сандаршито датра Твам на сандаршито датра Твам на сандаршито датра Твам на сандаршито датра Душтарам ништитиршатам Душтарам ништитиршатам Душтарам ништитиршатам Душтарам ништитиршатам Kalim Sadvaharam Pumsam Kalim Sadvaharam Pumsam Kalim Sadvaharam Pumsam Kalim Sadvaharam Pumsam Karnadara Ivarnavam Karnadara Ivarnavam Karnadara Ivarnavam Karnadara Ivarnavam Твам на сандаршито датра Твам на сандаршито
Свято датра. Душтарам ништи тиршатам. Душтарам ништи тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Калим садвахарам пумсам. Карнадара иварнавам. Карнадара иварнавам. Твам на сандаршито датра. Твам на сандаршито датра. Душтарам ништи тиршатам. Дустарам нисти тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Калим садвахарам пумсам. Карнадара иварнавам. Карнадара иварнавам. Твам на садаршито дара. Дустарам нисти тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Калим садвахарам пумсам. Карнадхара ивам харам. Карнадхара иварнавам. Вон четвертки. Лалита. Лалита приявам. Твам на сандарши тот харам. Твам на сандарши тот дара. Дустарам нисти тиршатам. Дустарам нисти тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Калим садвахарам пумсам. Карнадхара иварнавам. Карнадхара иварнавам. Твам нах садарши тодхара. Дустарам нисти тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Карнадхара иварнавам. Твам нах садарши тодхара. Дустарам нисти тиршатам. Калим садвахарам пумсам. Карнадхара иварнавам. Пословный перевод. Твам. Твам. О добродетельный. Добродетельный. Нах. Нах. С нами. С нами. Сандаршитах. Сандаршитах. Встретился. Встретился. Дхатра. Дхатра. По воле проведения. По воле проведения. Дустарам. Дустарам. Неодолимый. Неодолимый. Нисти тиршатам. Нисти тиршатам. Для тех, кто желает пересечь. Для тех, кто желает пересечь. Калим. Калим. Век Кали. Век Кали. Сатвахарам. Сатвахарам. Который губит добрые качества. Пумсам. Человека. Карнадхарах. Кормчий. Ива. Как. Как. Арнавам. Арнавам. Океан. Океан. Перевод стиха. О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полные превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Комментарий. Век Кали очень опасен для человека. Жизнь дана человеку исключительно для самоосознания, но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. Перечень аномалий нашего века приводится в 12-й песне этого произведения. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самосознанию. Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самосознании. Не понимая, что эта краткая жизнь – лишь миг в нашем великом пути к самоосознанию, в своем безумии они откровенно говорят, что в самоосознании нет никакой надобности. Система образования направлена на удовлетворение чувств, и если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными
Если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов Наймишарани и принять Шри Суту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. Этот корабль – послание Господа Шри Кришны в форме Бхагавадгиты и Шримад Бхагавата. Омакьянатемарандасья Янанджана Шалакая Чашурмитамхена Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадамахям Дадати Свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамща Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагнатам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Паричана Саритам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падан Сахагана Лита Шри Вишакам Витамща Кришна Каруна Синду Дина Банду Чагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте Тапта Канчана Гуранге Раде Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпата Рупьяща Крипа Синду Баевача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха Чай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шива Сади Гуру Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So this verse is spoken by the sages in the Naimisharanya forest, headed by Shunaka Rishi. Итак, этот стих был произнесен мудрецами на Наймишарани, которых возглавлял Шаунака Риши. All the sages had come to the forest of Naimisharanya to perform sacrifice. И все мудрецы пришли в этот лес Наймишарани, чтобы провести жертвоприношение. They knew that the Kali Yuga was beginning. Они знали, что начинается Кали-юга. And they knew that Kali Yuga is a very inauspicious. И они знали, что Кали-юга очень неблагоприятное время. But in the Kali-yuga, people are very sinful and irreligious. В Кали-югу люди очень греховны и нерелигиозны. But the sages were thinking, what could they do to benefit people, to help to improve the situation? Но мудрецы Мишарани думали о том, как же помочь людям, чтобы они могли исправить ситуацию. So they had all come there to meet in Naimisharanya forest. And when they were there, they selected Suta Goswami to speak to them. И все они пришли в лес Наймишарани, чтобы пообщаться друг с другом, и они выбрали старшего Суту Госвами. Actually, first they selected the father of Suta Goswami, named Ramaharshan Suta. На самом деле, первоначально они выбрали отца Суты Госвами, Рамахаршану Суту. Рамахаршан was a disciple of Вьясадева. Рамахаршана был учеником Вьясадевы. So they selected him to speak to them and to answer their questions. И они выбрали его для того, чтобы он вел дискуссию и чтобы отвечал на их вопросы. But at one point Lord Balaram came there. Но случилось такое, что Господь Баларама пришел туда. And when Lord Balaram came in there, Рамахаршан did not respect Lord Balaram. И когда Господь Баларама пришел туда, Рамахаршана не выразил ему своего почтения. All the other sages and persons there, they either
respect, they offered, they bowed their heads and offered pranams, or some stood up, or some offered obeisances. И все мудрецы, которые находились там, и другие личности, которые присутствовали там, когда появился Господь Баларама, они все выразили ему свое почтение, либо склонили голову, либо сложили руки в почтительном намасте, либо поклонились. Lord Balaram, Lord Balaram saw that Ramaharshan did not do anything. Но Господь Баларам увидел, что Рамахаршана не сделал ничего. So Lord Balaram understood that he's a proud person. И Господь Баларама понял, что он гордится. That his heart is not pure. Он понял, что его сердце нечисто. But he was sitting on the Vyasasana. Но при этом он сидел на Вьясасане. The Vyasasana is the seat which is meant for someone who is the representative of Vyasadeva. И Вьясасана, она олицетворяет тобой то место, на котором сидит представитель Вьясадевы. Now he was a disciple, a direct disciple of Vyasadeva. И он был непосредственным учеником Вьясадевы. But Lord Balaram decided this person is not humble. He's not qualified. Но Господь Баларама решил, что эта личность не имеет смирения, и он недостаточно квалифицирован для этого. And then Lord Balaram considered his birth, that his birth was also not pure. И Господь Баларама припомнил его рождение и вспомнил о том, что его рождение тоже было недостаточно чистым. He was not born from a pure birth would be that the father was a brahmana and the daughter was. The father was a brahmana, and the wife was also the daughter of a brahmana. Чистым рождение считается тогда, когда отец ребенка брахман, и его жена является дочерью брахмана. But Lord Balaram knew that this Ramaharshan, his father was not a brahmana. His mother was from a brahmana family, but the father was not. И Господь Баларама знал, что мать Рамахаршаны, она из семьи брахманов, но его отец брахманом не был. So Lord Balaram decided it's all right to kill him. И Господь Баларам решил, вот это как раз подходящий момент, чтобы убить его. And Lord Balaram took a blade of grass and pierced his heart. И Господь Баларама взял травинку и пронзил ему сердце. Now all the sages who were there were shocked when Lord Balaram did this. И все мудрецы, которые находились там, они были в шоке от того, что Господь Баларама поступил так. And they said, we gave him a benediction. We had all blessed him that he would live a long time. И они сказали, мы же дали ему уже благословение о том, что он будет жить очень долго. Because he is supposed to speak to us and answer all of our questions, and he was going to speak the Srimad Bhagavatam. Takes a long time. Поскольку мы собрались здесь обсуждать Шримад Бхагаватам, и он должен был отвечать на наши вопросы, а это занимает достаточно долгое время. So we blessed him with a long life. Поэтому мы благословили его долгой жизнью. And you have killed him. А и ты его убил. So Lord Balaram said, well, I can bring him back to life if you want. И Господь Баларам сказал, ну хорошо, если вы хотите, я могу вернуть его к жизни. But, no. You are the supreme lord. You have decided to kill him. Let him stay dead. But we gave him a benediction. What about the benediction we gave him? И они сказали, нет, ты же Верховный Господь, если ты решил убить его, пусть он лучше остается мертвым. Но как же быть с тем благословением, которое мы ему дали? So Lord Balaram said, well, we can give that benediction to his son. И Господь Баларама сказал, ну, тогда мы можем дать это благословение его сыну. And his son became the next speaker. И его сын стал следующим, кто произносил речи в этом лесу. His son called Sutta Goswami. Его сына звали Сута Госвами. And so Sutta Goswami, the sages and Naimisharanya are glorifying Sutta Goswami. They're saying, we want you to be the captain of our ship. И как раз в этом стихе описывается, как мудрецы Наимишарани прославляли Суту Госвами, говоря о том, что мы хотим, чтобы ты был капитаном нашего корабля. The sages understood that they have the human form of life. The human form of life is very great fortune. И мудрецы Наимишарани понимали, что они имеют человеческую форму жизни, а это очень большая удача. Because there's many other species of life.
поскольку существует большое множество других форм жизни. And it's only in the human species that we have the opportunity to study the Vedic knowledge and to inquire about the purpose of life. Но только в человеческом теле мы можем изучать ведические знания и вопрошать о смысле жизни. Animals don't have any religion. У животных нет никакой религии. So people who are like animals, they don't have any religion. И люди, которые подобны животным, у них они не любят быть религиозными. They never inquire about the purpose of life. Они никогда не вопрошают о смысле жизни. And they don't like to read scriptures. И они не любят читать священные писания. They think it's all superstition. Они думают, что все это ерунда. Как сказать? Предмысли, как эти? Ну, как бы... Предрассудки. Предрассудки, да. Предрассудки. Yeah. Superstition. They think it's not real. It's just some thing made up by people. И они не думают, что это на самом деле истина. Они думают, что все это написано людьми. So, Sutta goes, these sages, they had selected Sutta Goswami to guide them. И мудрецы, эти мудрецы выбрали Сутту Госвами, чтобы он вел их, наставлял их. And they said that they are appreciating their good fortune that they have someone to be the captain of their ship. И они очень ценили эту возможность, что у них есть кто-то, кто может стать капитаном их корабля. The human life is like the ship. Человеческая жизнь подобна кораблю. And we have to cross the ocean of the age of Kali. И мы должны на нем пересечь океан века Кали. And Srila Prabhupada talks about the problems in the age of Kali. И Шрила Прабхупада говорит о тех проблемах, которые существуют в этот век Кали. This age is very dangerous. Этот век очень опасен. And Srila Prabhupada even talks about universities. How they are just like slaughterhouses. И Шрила Прабхупада говорит о университетах, которые подобны бойням. Slaughterhouses, you know, where they kill the animals. Бойни — это те места, где убивают животных. Right. You get your, you go to the supermarket, you purchase the meat, you get your chicken or meat. Where does it all comes from? The slaughterhouse. Вы идете в супермаркет и покупаете там мясо или курицу, но все они, все это появилось из бойн. So Srila Prabhupada said, universities, the modern universities today are like a slaughterhouse. И Шрила Прабхупада говорит, что современные университеты подобны бойням. Srila Prabhupada had seen, Prabhupada had gone to universities in America. Прабхупада видел все это, он бывал в университетах в Америке. И он видел ситуацию, он видел, что происходит. You know, before people go to university, when they're at home, they're staying at home, they go to school, they're a little bit controlled. They're reasonable, they're more, so they're quite well behaved. До того, как поступить в университет, люди живут дома или еще ходят в школу, и при этом они более-менее ведут себя как-то прилично, хорошо. You know, the woman, the girl is a good girl, she doesn't run around with a lot of men. Девушки ведут себя достойно, они не бегают повсюду вокруг парней. But then they go to university, and they meet all these men. Then so many problems come. И когда они поступают в университет, они встречаются с этими с молодыми людьми, и вот тут начинается множество проблем. You know, people might be quite good character before they go to university. И люди могут обладать достаточно хорошим характером до поступления в университет. But after they've been in university, when they go and stay on the campus with other students, then they develop all the bad qualities. Но когда они поступают в университет и живут в общежитиях, они обретают все плохие качества. Intoxication, gambling, illicit sex. Незаконный секс, азартные игры, интоксикация. And then, well, on top of that, of course, they become very, they're very proud because they're thinking, I'm a student, I'm educated.
И, конечно же, они становятся очень гордыми, поскольку думают, вот, я студент, я очень образован. So that education is actually education in avidya. There are two kinds of knowledge. There is vidya, transcendental knowledge, and avidya, material knowledge. А на самом деле они становятся образованными в авиде. Существует два типа знания – видия и авидия. Видия – это духовное знание, а авидия – это материальное знание. So you go to university, you learn all kinds of mundane information, which is just another kind of ignorance. И вы идете в университет и получаете очень много какой-то с информацией, которая на самом деле является информацией в гуне невежества. They don't learn. People don't learn that they're not the body. Люди не изучают ту истину, что они не являются телами. They're taught that everything, this whole world is just for sense gratification. Целый мир существует лишь для чувственных удовольствий. They study economics for more sense gratification. Они изучают экономику для того, чтобы лучше наслаждать свои чувства. Everywhere they talk about economic development. И везде, повсюду они только и говорят, что об экономическом развитии. What do they mean when they talk of when they say economic development? They simply mean sense gratification. Что они имеют в виду, когда говорят об экономическом развитии? Они просто имеют в виду чувственное наслаждение. They're planning. How to get more money for drugs, for sex, for meat, intoxication. Они просто планируют, как они заработают больше денег для того, чтобы купить наркотики, позаниматься сексом, купить мясо, либо каких-то интоксикаций взять. So the sages in Naimisharanya are appreciating how they're so fortunate that they have been able to contact someone like Sutta Goswami. И поэтому мудрецы Наймишарани очень ценили то, что у них есть возможность пообщаться с такой личностью, как Сутта Госвами. Because in the association of Sutta Goswami, they can get proper knowledge, they can get proper information. Поскольку в результате этого общения они могут получить должное истинное знание, на истинную информацию. They can learn how to overcome the influence of this Kali Yuga. И они могут узнать, как преодолеть влияние Кали-юги. So in the same way, we should all understand how fortunate we are that we could contact Srila Prabhupada. И точно таким же образом мы должны понимать, насколько мы удачливы, имея вот этот вот связь со Шрилой Прабхупадой. We have all been in contact with Srila Prabhupada's literature. Все мы читаем книги, которые написал Шрила Прабхупада. All of Prabhupada's books, which he wrote, they were just to save us from the influence of this age of Kali. И все эти книги, написанные Прабхупадой, спасают нас от влияния Кали-юги. Шрила Прабхупада wrote, of course, mainly he was translating scriptures like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. В основном он переводил такие священные писания, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам. Of course, we may say, "Oh, well, we never got to meet Prabhupada." Конечно, мы можем сказать, мы никогда не встречались с Прабхупадой. But we meet Prabhupada through his books. Но мы можем встретить Прабхупаду через его книги, можем познакомиться с ним. And Srila Prabhupada said he would live forever by his books. И Шрила Прабхупада говорил, что он всегда будет жить в своих книгах. And certainly reading Srila Prabhupada's books is a very different experience from what we get when we read the books of the other people. И это на самом деле такой своеобразный очень опыт особый, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады. Это все отличается от того, когда мы читаем книги других каких-то людей. Before becoming a devotee, I read the books of many different gurus and spiritual teachers. До того, как стать преданным, я читал книги многих духовных учителей и каких-то других гуру. But I never understood any of them. I don't know what they were saying.
Но я не понял ни одной из них, я так и не понял, о чем же они говорят. But when you read Prabhupada's books, the message is very clear. Но когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, вы понимаете его послание очень четко. Srila Prabhupada wrote books so that people could understand this knowledge, how they could take advantage of this knowledge. И Шрила Прабхупада писал эти книги, и потому люди могут понять то знание, которое в них содержится. Шрила Прабхупада, we want everyone to know that we all have a relationship with Шрила Прабхупада. И мы хотели бы, чтобы вы поняли, что каждый из нас, все имеют отношения со Шрила Прабхупадой. Even though you never met Srila Prabhupada directly in person, you are meeting him through his teaching, through his society, through his books. Даже если вы никогда не встречали Шрилу Прабхупаду лично, вы знакомы с ним уже через его книги, через общество, которое он создал. Now, when new people come to our society, they're also looking for a captain of the ship. They're looking for a guru, a spiritual master. И когда новые люди приходят в наше общество, все они ищут капитана своего корабля, все они ищут духовного учителя. So we should direct them all, that new people coming to the society, they should take shelter of Srila Prabhupada. И мы должны направлять их, всех тех новых людей, которые приходят в наше общество, мы должны воодушевлять их, принять прибежище у Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада is the captain of the ship for all the devotees. Шрила Прабхупада является капитаном корабля для каждого преданного. And the purpose of taking initiation in this society is also to connect us more closely to Prabhupada. И смысл инициации, который мы получаем в этом обществе, это то, чтобы стать ближе к Шриле Прабхупаде. But we say Srila Prabhupada is the founder acharya. Мы говорим, что Шрила Прабхупада это ачарья-основатель. So he's the teacher, he's the captain of the ship for all the members of the society. Он учитель, он капитан корабля всех членов этого общества. Of course. Prabhupada cannot give us initiation now. И, конечно же, Шрила Прабхупада сейчас не может дать нам инициации. But Srila Prabhupada's teachings are there for all of us. Но для нас, для всех существуют его наставления. And we have to get connected to Srila Prabhupada through Srila Prabhupada's disciples and through his grand disciples. И мы должны установить эту связь со Шрилой Прабхупадой через его учеников, через его первых учеников и через вторую линию. We should understand, we're very fortunate that we could have this opportunity. И мы должны понимать, что мы очень удачливы, поскольку имеем такую возможность. There are so many people on the planet, there's not so many devotees. На планете живет так много людей, но лишь немногие из них являются преданными. So, to have the opportunity to associate with devotees is very valuable, very special. И иметь возможность общаться с преданными – это очень большая ценность. And to have this opportunity to connect to Srila Prabhupada's society is also very special. И также очень ценно то, что мы имеем возможность общаться с теми людьми, которые находятся в том обществе, которое создал Шрила Прабхупада. We are all fortunate souls. Все мы очень удачливые души. Because we could get some of that mercy, we could pick up a little bit of that mercy coming from the devotees, pure devotees. Поскольку мы можем наслаждаться каплями той милости, которую дают нам преданные, чистые преданные. Шрила Прабхупада was empowered to distribute Krishna consciousness around the world. У Шрилы Прабхупады была сила, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. Just like Bhishma Dev in Srimad Bhagavatam, we read about Bhishma Dev, grandfather Bhishma. He was laying on his bed of arrows for the last few months of his life. Подобно тому, как мы в Шримад Бхагаватам читаем о деде Бхишме, который лежал последние несколько месяцев в своей жизни на ложе из стрел. And for the last few months of his life, he was speaking transcendental knowledge and pacifying the mind of Maharaj Yudhisthira.
И в эти последние месяцы своей жизни он излагал трансцендентные знания, умиротворяя ум Юдхиштхира Махараджа. Maharaj Yudhisthira had come there because he was feeling responsible for the death of so many people. Махарадж Юдхиштхира пришел к нему, поскольку он чувствовал свою ответственность за смерти огромного количества людей. And Lord Krishna himself was not able to pacify Maharaj Yudhisthira. И даже Господь Кришна сам не мог успокоить, умиротворить Махараджа Юдхиштхиру. And then they came before Grandfather Bhishma, and Grandfather Bhishma spoke to him. И тогда они пошли к деду Бишме, и он начал говорить с ними. So in a similar manner, Srila Prabhupada, for the last 10 years of his life, he spent the last 10 years of his life traveling the world and preaching the message of Krishna consciousness. И подобным же образом Шрила Прабхупада последние 10 лет своей жизни путешествовал по всему миру и распространял сознание Кришны. He traveled the world. He went to Hong Kong. He went to Hong Kong twice. He initiated the first Chinese devotee. Путешествуя по миру, он приезжал в Гонконг дважды и там проводил инициацию. Таким образом появились первые китайские преданные в Гонконге. He went to Moscow. He initiated the first Russian devotee. И он также был в Москве и дал инициацию первому русскому преданному. He established the basis of this Krishna consciousness movement. Он заложил основу этому движению сознания Кришны. And he gave us so much. He gave us so much of his mercy, so much of his realization, his learning. He put it all in his books and in his lectures. He gave us everything. И он вложил все свое знание, все свои реализации, все это он дал нам. Он вложил это все в свои книги и в свои лекции. Where in the Chaitanya Charitamrita, Sanatana Goswami gives a very nice example about our situation. А в читании Чаритамриты Санатана Госвами приводит очень хороший пример относительно той ситуации, в которой мы находимся. He tells a story about one man who was thinking he's very poor. He's thinking he didn't have any wealth, any money. И он рассказывает историю об одном человеке, который думает, что он очень беден, что у него нет ни копейки денег. But then an astrologer came there. Но однажды туда, в это место, пришел астролог. And the astrologer spent some time and studied his chart and everything. Then the astrologer said to him, no, actually, you're a very rich man. Your father left a lot of treasure. И когда астролог изучил его карту, он сказал, да нет же, на самом деле, ты очень богатый человек. Твой отец оставил очень большое богатство. But the man was saying, no, my father, he didn't leave, I don't know, he didn't leave any treasure. But the astrologer said, no, he's left treasure, but he has hidden the treasure. И этот человек сказал, нет, он мне ничего не оставил. Но астролог ответил, я говорю тебе, что он оставил тебе очень большое богатство, однако он спрятал его. And so then the man said, then how to find the treasure? И этот человек начал думать, как же найти это наследство. So then the astrologer said, don't dig on the south side of your house. Don't dig. И тогда астролог сказал, не копай в южном угле твоего дома. On the south side, there's a ghost there. А в южном углу твоего дома живет привидение. And ghost will just simply give you a lot of trouble. И оно принесет тебе огромное количество проблем. And he said, don't go to the west side. И также не копай в западной стороне своего дома. On the west side, there's a hive of bees. They will sting you and bite you, give you a lot of trouble. Bees? Hive of bees. Это кто такой? Улей с пчелами. А, улей пчел? И на западной стороне висит улей с пчелами, он также доставит тебе огромное количество беспокойств. And don't dig on the north side either. On the north side, there's a big black poison snake will swallow you.
И также не ищи богатства на северной стороне своего дома, поскольку там живет огромная черная змея, которая может укусить тебя. But the treasure is there on the east side of your house. Богатство закопано в восточной части дома. So these different situations, they represent different deviant philosophies, which give people trouble. И вот эти вот разные, эти разные сущности, да, о которых здесь говорилось в этой истории, они представляют собой разные ситуации, в которые проявляет нам Господь в нашей жизни. Just like ghosts, that's like people become ghostly haunted, they want to give up their material existence and become nothing, but they become ghosts. Привидение олицетворяет тот момент, когда люди хотят превратиться в ничто, да, в пустоту, и таким образом они как бы становятся привидениями. And people become haunted by a ghost, then they lose all their intelligence. И когда люди, когда привидение входит в человека, да, они теряют весь свой разум. And then the bees, which bite and sting, that is the problem which people who are following the path of karmakanda activities, material fruitive activities. И пчелы олицетворяют когда ту ситуацию, когда люди следуют кармаканде, то есть они привязаны к результатам своей деятельности. To get material gains, you have to go through so much trouble. И чтобы достичь каких-то материальных целей, ты должен преодолеть очень много каких-то перипетий. And then on the north side there was a big snake. So some people practice some kind of yoga where they want to merge with the Supreme, so they become swallowed. It's like being swallowed by a big snake. И на севере, да, описывалось, что там живет большая змея. Некоторые люди, они становятся йогами и медитируют на Господа с тем, чтобы слиться с Ним. И это подобно тому, как змея кусает их или проглатывает. But if you dig on the east side, your father has hidden the treasure there. Но если вы будете копать в восточной части, там вы найдете богатство. And that treasure is there in the Vedic literature. Это богатство, это ведическая литература. Our fathers, our forefathers, our ancestors, these great philosophers like Vyasadeva and all these people, they left literature, they wrote books, they left their teachings for us. И наши отцы, такие, например, как Вьясадева, они оставили свои учения, эту замечательную литературу для нас. They left them for us to guide us, so that we could learn how to save ourselves from the influence of this evil age. Они оставили нам все это для того, чтобы мы могли спасти себя от влияния этого века. So we are all actually very rich. На самом деле все мы очень богаты. But we didn't know it. Но мы об этом не знали. And if we don't take advantage of this knowledge, then we're foolish people. Но если мы не берем то благо, которое дают эти знания, тогда мы просто глупцы. Шрила Прабхупад came and worked so hard, sacrificed everything to spread this Krishna consciousness. Шрила Прабхупада пришел и работал очень-очень усердно, и он пожертвовал всем, чтобы распространить это знание. Because he wanted to give us a better life. Поскольку он хотел, чтобы у нас была лучшая жизнь. If we do not take advantage of the teachings, then we're simply we're under the influence of this age of Kali. Но если мы не будем пользоваться теми благами, которые дает это знание, тогда мы просто погрязнем под напором этого века Кали. So many miseries, so much suffering. Так много беспокойств и страданий. So many problems. Так много проблем. Wars everywhere. Войны повсюду. Economic disasters. Какие-то экономические кризисы. Unemployment. Безработица. Disease. Болезни. So many troubles in the age of Kali. Так много проблем в век Кали.
But if we take shelter of Krishna consciousness, then that is like the boat to cross the ocean. Но если мы находим прибежище в сознании Кришны, тогда это становится для нас подобным лодке. We cannot swim across the ocean. Мы не можем пересечь океан вплавь. We have to get on the boat. Мы должны иметь для этого лодку. And going on the boat, you need a captain. Но когда мы садимся в лодку, нам нужен капитан. You need a good captain. Нам нужен хороший капитан. And Srila Prabhupada is the very best captain. И Шрила Прабхупада лучший капитан этого корабля. So today we are appreciating Srila Prabhupada's kindness on all of us. И сегодня мы можем оценить ту доброту, которую пролил на нас Шрила Прабхупада, на каждого из нас. But Srila Prabhupada appeared in this world in the year 1896. Шрила Прабхупада появился в этом мире в 1896 году. В день после Кришна Джанмаштами. So now it's already more than 100. It's 121 years. И с момента его рождения прошел 121 год. Since the appearance of Srila Prabhupada. С момента его появления здесь. And Srila Prabhupada is giving all of us this opportunity to become devotees, to become connected to a very special tradition. И Шрила Прабхупада дал нам всем эту возможность соединиться, быть причастными к этой ведической, к этой хорошей традиции. In the Chaitanya Charitamrita, there's a verse describing the good fortune of the living entity who contacts a pure devotee. В Чайтанья Чаритамрите есть стих, который описывает, насколько удачлива та личность, которая имеет возможность общаться с чистым преданным. It is said, Brahmanda Brahmite Konya Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Beach. We are all living entities, jivas, and we are moving through many different brahmandas, through many different universes. Все мы живые существа, и все мы прибыли из каких-то различных вселенных. And we have come to this, somehow we have come to this human form of life. И каким-то образом мы очутились в этой человеческой форме жизни. But more than that, we have had the good fortune to contact the devotee. Но более того, мы настолько удачливы, что мы имеем возможность общаться с преданным. We got Guru Bhakti, Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Latam. We got the mercy of the spiritual master. У нас есть милость духовного учителя. He planted the seed. The bija, he planted the seed in our heart. Он посадил биджа, семечко в наше сердце. So once that seed is planted, we have to water it regularly so it can grow nicely. И мы должны поливать это семечко, чтобы оно росло. Right? The watering process, hearing and chanting. Этот процесс полива заключается в том, что мы слушаем и повторяем. And that hearing and chanting is more powerful when it's done in the association of devotees. И это слушание и повторение становится еще более могущественным, если мы делаем это в кругу преданных. We have to be reminded of our good fortune. We have to be reminded of our connection with Srila Prabhupada. И мы должны напоминать себе об этой великой удаче, о том, что мы имеем возможность быть связанными со Шрилой Прабхупадой. And it is our duty to observe festivals on this wonderful day. И нашей обязанностью является делать праздники в этот замечательный день. And actually, all of you have to make an offering this evening. А на самом деле каждый из вас должен сделать подношение Шриле Прабхупаде. Yeah. You have to speak your appreciation to Srila Prabhupada. Вы должны сказать о том, как вы цените Шрилу Прабхупаду. We want you to tell Srila Prabhupada your gratitude, to express your gratitude to him.
И мне бы хотелось, чтобы каждый из вас выразил свою благодарность Шрили Прабхупаде. Because you are also Prabhupada's family. Поскольку все вы также семья Прабхупады. And you have some appreciation for him. И также есть что-то, что вы цените в нем. So we all on this day we all make an offering to Srila Prabhupada. В этот день все мы делаем подношение Шриле Прабхупаде. So you can also prepare for this evening. Вы также можете подготовиться к этому вечеру. You may like to write something, or you can just speak. Вы можете написать что-то или просто сказать. But we want to hear from all of you. Но мне бы хотелось услышать что-то от каждого из вас. Okay. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Махарадж, вот мы читаем Бхагавад, Шримад-Бхагавад, а Прабхупада же пользовался на основании великих ачарьев. Вот несколько предложений. Можно цитировать в утренней программе особенно из Бхагавад-гита Такура, шесть госвами, которые есть и везде, и всюду опубликованы сейчас. То есть, смотрите, можно ли приводить цитаты, в общении с преданными, не только с Шримад Бхагаватам, а... На службе, например, на службе утренней прочитали, а вот великие ачарьи, Бхагавад-гита Такур, Бабаджи, это, вот так они трактовали. Что трактовали? Шримад Бхагават. То есть вы имеете в виду на лекциях приводить цитаты не только Прабхупады, но и других ачарьев? Да. Можно ли? Mm-hmm. Такой вопрос, можно ли приводить? The question is that can we just make quotation not only when we just discussed, for example, Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, can we quote not only Srila Prabhupada but other acharyas, just for example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or just six Goswami's quotes or some others, or not, or we should only quote Srila Prabhupada's Prabhupada's book? Well, Srila Prabhupada himself quotes. Шрила, на самом деле, Шрила Прабхупада сам цитирует и Бхактивинода Такуру шесть госвами. This is the meaning of disciplic succession. В этом состоит суть ученической преемственности. Шрила Прабхупада is not just quoting him his own words, not just giving us his own words. И Шрила Прабхупада не давал нам какие-то свои измышления, не говорил нам просто слова от себя. When you read Prabhupada's books, you see again and again he says, Jiva Goswami says like this, Sanatana Goswami says like this, Vishwanath Chakravarti Thakur says like this, Bhaktivinoda Thakur says like this. He's quoting all the acharyas. И когда вы читаете книги Шрилы Прабхупады, вы можете заметить, что он постоянно ссылается на Дживу Госвами, Санатану Госвами, Вишванатху Чакравати Такур. Он говорит, этот говорил так, а этот говорил так. То есть он всегда цитирует старших. Prabhupada is teaching us through the disciplic succession. Шрила Прабхупада учит нас через ученическую преемственность. So of course we quote these other people. Certainly we do. Конечно же, мы должны цитировать и других людей. This is what Prabhupada is speaking. Это то, что говорил Прабхупада. But Prabhupada is the one who came and gave us the access to all of their teachings. Но Шрила Прабхупада — это тот, кто пришел и дал нам квинтэссенцию всего этого знания, квинтэссенцию всех учений предыдущих ачарьев. They wrote everything in Sanskrit or Bengali. Все это было написано на санскрите или на бенгале. Prabhupada put it into English, and from English it could be translated to Chinese and Russian. Шрила Прабхупада перевел все это на английский, и с английского это было переведено и на китайский, и на русский. If it was just in Sanskrit,
And to take it direct from Sanskrit, then very difficult. Если бы это все оставалось на санскрите, тогда было бы очень сложно для нас. So Srila Prabhupada gave this treasure, distributed this treasure to the world. И Шрила Прабхупада распространил это богатство по всему миру. Okay. No other question? Есть ли какие-то вопросы? Нет. Okay. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Гор Према. Хари Бол.